Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234, и сегодня я буду покупать скинчик стат-трек за каждую смерть. И, ребята, даже не просто стат-трек, если меня кто-то убивает с обычной пушки без скина, то я покупаю рандомный скин этой пушки стат-трек, блин. Но это, я думаю, ребята, сильно, как бы стат-трек стоит дорого, причем рандомный. Ух, ребята, я надеюсь, что вам понравится этот ролик. И, ребята, я снимал первую часть, где я покупаю просто стат-трековские пушки, когда меня убивают. Вроде как он вам понравился, но здесь, ребята, я буду пожестче покупать. Так что погнали! Ребята, в каждом таком ролике всегда идет подбор катки случайный вообще. И люди здесь со случайными скинами, со случайными бюджетами, блин. Ну вот давайте сейчас чекнем. Вот у нас тут в команде... Ой, тихо. Так, что это? Что? Так, ребята, тут уже стат-трековские стволы. Да тихо, капец, капец. Starfall стат-трек. Блин, у них реально походу денег много, ребята. У противоположной команды. Да ты надоел. Обычный G22, хорошо, что обычный. По-моему, против меня играет какой-то клан IPC. Не знаю, что это за клан. Может, это киберспортсменов каких-то, киберкотлет. Я хочу реально вот чекнуть, что у них за пушки-то есть, а? О, тут есть. Это пистолетик. Диглянский! Так, ребята, двоих уработал. О, у него, блин, М-ка есть! Ну, которая у меня вот эта вот, как он, Винчер. Ну, короче, вы поняли. Все, ребята, мы берем, конечно же, мой любимый USP. И бежим, ребята, на А. Главное, ребята, это держаться, держаться и... Блин, я чё? Ой, на Б мы идем. Почему я всегда путаю? Пока никого нема. Значит, идем на А. Уже наш зарезали. Смотри, двоих! Двоих зарезал! Ничего себе, он красавчик. Блин, они на миду. Ай! Иди отсюда! Так, 21, да вы чё, издеваетесь, что ли? Писес! Так, ладно, ребята, идем покупать USP-шку эпиковскую. Писес? Я правильно ее назвал или нет? Так, ребята, залетаем на площадку, покупаем USP Писес за 60 голды. Многовато. Я купил? Я не купил. Меня перекупили. Все, 61 голды. Больно. Мы не затащили эту катку. Купил я этот USP Писес, но ладно. Давайте дальше, ребята. У нас уже диглянские, у них уже хорошие пушки. Они еще и бегали, блин. Ой, я видел двоих. Все, давай. Давайте, ребзя. Есть! Молодец! Вот это я пулю просто дал! Вы видели это, ваншот? Эй, иди, иди, иди отсюда. Да как? Вы же сами все видели. Ой-ой-ой. Итак, ребята, залетаем на площадку и покупаем АКР Спорт за 140 тысяч голды, 1000 биткоинов, кошельков. Все, ладно, купили, ребята. Блин, офигеть он стоит-то, а? Ладно, давайте, все. Сейчас мы бежим все спокойно. У нас уже деньги есть на петуха. Да идите вы отсюда, 5 кп! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Идите вперед, боя банда! Блин, еще одного зовут. Нашего! Тихо. АКР фоллоу, стат-трек. Ну, идем покупать АКР 12 фоллоу. Итак, ребята, залетаем, покупаем АКР фоллоу. Все, купили, залетаем дальше. Блин, да вы чё, ребята, на А? Капец, ну так нельзя, я уже 3 раза умер из всех 3 раундов. Мне надо жить, я сейчас все солью. Все бюджеты. Так, у нас тут юмпик есть. И Сафик есть с пистолеткой. Иди отсюда. Так, есть ствол здесь? Есть, дрободан. Все, ребята, пока что и ведем себя очень аккуратно. Есть! Ха-ха! Ребята, Сафик 1.3.4 заряжал. Так, возьмем АКР-12. Фига, красавица какая, еще и с скинами. Давай. Опа, перестрелка пошла. Ай, голова, блин, только... Да иди ты отсюда со своей башкой. Давай, банда. Ай, блин, сам себя ослепил. Нубик проснулся во мне. Есть. Есть! Сафик еще. Да стой ты, хватит меня слепить. Есть, ребята, Сафик 1.3.4 самый полезный игрок. Пока что обходимся без жертв. Я не хочу покупать скины. Это очень дорого. Особенно стат-треки. Так, там у нас толпа целая. Ай! Что? Кэрфоллоу опять 25. Ну почему так? Как, блин, вообще? Мастер шифта, что ли? Снова Кэрфоллоу, давайте еще один покупаем. Кэрфоллоу, погнали стреляться! Так, ладно, пробегаем дальше, ребятушки. Смотрим. Это что за банда? Нифига там народу. Тихо. Я стрелок от бога! Так, ребят, слава богу, по мне не попали. Ну, беги! Так, это Сафик пулеметчик. Опа! Это кто? Стоять! Патронов нема! У ребят, вот это потная катка, вы сами видели, я как с пулеметом. Меня пули боятся прям. Вау!
ребята, вот эта катка, вот эта пуля! Самый лучший игрок, блин. Всю катку страдал какой-то фигней. Да ты издеваешься, как ты так быстро вешаешь по голове? 87 хп он мне снял, одной точкой просто. Прыжок, фортуны. Давайте, ребят, на обум. Чисто в префайра выходим. Ой-ой-ой. Да почему ты мне прям задницу стремно? Итак, ребята, у меня есть колесо фортуны, которое покажет и скажет, вот, какой АКР статтрек мне покупать. Пожалуйста, ребята, вы сами видите, что там есть геометрик, есть рейлган, есть карбон пиксель. Так, давайте вращаем колесо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай, ну, да, круто. Ей, да, да, ребята, все, покупаю АКР Follow. И, ребята, идем дальше. Давайте, все, у нас последний раунд, надо закупиться по полной. Они, я думаю, тоже сейчас закупятся по полной. И будет хардкор прям. Давайте сразу на ми. Срезал. Па-а-а-а! С префайра, видели, ребят? Как ВХшник, прям как читер настоящий. Есть кто? А-а-а-а! Есть вторая голова. Не, вот это мне нравится, боевая тактика, ребят. Минус 2, тупо. Давайте, ребята, сейчас префайром. Да блин! А я одного завалил. И второму 50 донес. Офигеть, вот это я мастер, ребята. Итак, ребята, у меня на очереди опять снова рандомные АКР 12. Блин, а я могу попасть на бабки. Так, ребята, крутим колесо. Итак, ребята, мне выпал АКР Карбон. 74 голды. АКР Карбон куплен. Погнали дальше в катку. Все, ребята, мы вернулись уже. Блин, тут наш бомбер смирен. Мы успеем, не успеем. Давай, 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 давай. Мы должны выиграть, ребята, 3-5. Есть. Молодец, молодец. Следующий раунд. Вы спросите, где у меня Тег-9 Некромансер? Ребята, зайдите на ролик Аришнева. Где мы тратим 100 тысяч голды. И посмотрите, как Пашка слил мой Некромансер за 003. Есть! Двоих! Двоих! Есть! Иди отсюда! Еее, ребята! Всех завалил! Троих! Ха-ха! Второй раунд, ребята, берем петуха. Смотрите, встаете туда в угол и кидаете на облако. Хоба! Полетело! Оба! Видели, видели? Так, прокидываем гранат. Еее! Стоять не с места! Иди отсюда, мальчик! Так, ребята, у меня очень мало хп. Я ради вас сейчас бегу на А! Ребята, чисто, чисто, пленти! Стой, бро! Выйди сюда, поговорим! Дрободан! Дрободан! Блин, нифига, какой дрободан-то! Ух, ребята, покажу, все четко! Оп, никого нет, а я на гранате подвис! Нет, ты, а! Иди отсюда, мальчик! Да ты издеваешься! Фомас хул статтрек! Ребята, мне команда попалась вот статтрековская какая-то. Я даже мог бы не устраивать челлендж статтреков, ведь у них у всех статтреки. Залетаем на площадку, покупаем Фомас хул за 15 голды. Я ее купил. Дальше идем в катку. Так, берем мой любимый, ребята, АКР-12. И ваш тоже любимый, я же знаю. Кидаем гранату. Опа! Обманка, обманка. Расстреливаем. Японский бог! Я реально читак. Ребята, вы это видели, блин? Я просто префайром, ну типа, и реально попал. Дай, сам себя ослепил. Так, ладно, ребята, там как-то не судьба, не судьба. Мне не нравится. На Б мы бежим на А, потому что тут наш друг, вот он... Что? Ты что делаешь, алё? Ребята, вы тут посмотрите на него. Влад А4 всех завалил. Но это читер же. Ну ладно, вы все видели, ребята. Если что, вы свидетели. Ой, там видел типа Типсона. Мы его сейчас обойдешь. Будет кэш. Есть! Давайте сейчас быстро! Опа! А-а-а! Ты тут! Ты тут! Ты тут оказался! Да как? Мой дробовик был мощнее же. Сейчас я покупаю рандомный SM-10-14. Вы сами видите, что я могу купить как и некромансер, так и SM-Wave. Вот, ребята, то самое колесо фортуны, которое я сейчас вращену и поймем, что мне покупать. Ну, Арктик, некромансер. Не-не-не, Арктик. Покупаем SM-10-14 Арктик статтрек. Все, купили. Дальше в катку. Давайте заходим сюда. Иди отсюда, ФАМАС. Берем его, ФАМАС. 8 этих выстрелов осталось. Здесь никого. Сидим здесь, крысим. А, вот он. Как-то так простреливается же, да? Я не помню. Есть! Все, ребята, забираем вот эту красивую АКРочку. Давайте сразу прокидываем туда. Слишком далеко, наверное. О, идеально. Видели, видели? Я хулиган. А! Мы встретились. Ай!
Молодцы, прикрыли, прикрыли. Не прикрыли! С петуха двоих в голову, в спину. Ай! Офигеть. Я сейчас перед выбором. Мне должна выпасть рандомная P90. Только посмотрим. Здесь есть самурай. Он, конечно, очень красивый. Но, блин, он 650 голды стоит. Гул и Iron Will. Итак, ребята, мы снова у колеса фортуны и крутим колесо. Только не самурай, это капец. Да будет самурай! Я покупаю P90 самурай стат-трек. Вот давайте сольем. За 225 голды. У меня 500. Это мне хватит? Нет, не хватит. Да блин. Так, ребята, я не помню, как у меня появился этот стикер зомби, но можно его продать за 470 голды, да? Все, ребята, продаем стикер. И покупаем, да блин, проданное. Самурайчик с четырьмя наклейками. Сафик принимает решение в одного брать Б. Это, конечно, ребята, очень опасно. Но зато интересно. Прокидываем. Опа! Опа! Проходим, проходим! А, наших бьют! Иди отсюда, мальчик! Есть! Да как ты, прифайрщик? Блин, АКР Карбон стат-трек! Меня убили с АКР Карбона. Я покупаю стат-трековский АКР Карбон. Ой, матерьма! Ладно, давайте погнали дальше. Ух, давай, блин, 8-9, ребята, я уже столько стволов купил. Какого-то кикают? Нельзя кикать людей. Офигеть, он мне надавал там. Убегаем. Да как? Ребята, я не знаю, что купить, стат-трековскую гранату или что. Меня убили с гранаты. Это значит, что я сейчас покупаю рандомный стат-трек. Решит это только рандом, ребята. Вы только посмотрите вот этот капец, ребята. Винтерспорт Позишн 5-7. Ну тут есть и нормальный ГВМ Генезис стат-трек. Все, что угодно мне может выпасть, и вероятность этого велика. Логика, ребята, такая. У нас здесь находится 102 скина стат-трека. Трек. Рандомный сайт выберет тот скин, который я куплю. Дожимаем. 7. Почему так близко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блин. Хотя бы нормально. P350 Blizzard. Итак, ребята, все, заходим. Покупаем P350 Blizzard. За бред дофигище голденского. Blizzard. С четырьмя наклейками у меня остается 3 голды. С ума сойти, ладно, все. Давайте дальше. И мы, конечно же, ребята, не закончили раунд. У нас 9-9. Максимальное число раундов, которое вообще только может, блин, быть. ФАМАС обычный. Это значит рандомный ФАМАС стат-трек. Нет. Я сейчас кручу колесо фортуны. Посмотрим, какой ФАМАС мне выпадет. Давай, 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 рандомчик, давай. Так, мне выпал, ребята, ФАМАС Хул. Я покупаю ФАМАС Хул за 15 голды. И, ребята, всем спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Пожалуйста, тыкните на эту пулю. Вот она, прям тут, ребята, тыкните на нее. Там тоже крутой ролик. Ведь все наши ролики крутые, которые именно здесь, на которые ты тыкаешь. Про, всем пока, пам!